Актрисе Лии Ахеджаковой пришлось через многое пройти за последние пару месяцев. Несмотря на колкие комментарии и непонимание коллег, Лия чувствует себя защищенной рядом с любящим и верным супругом. Напомним, что муж Ахеджаковой моложе звездной супруги на 20 лет. Лия и Владимир познакомились, когда Ахеджаковой было за 60, актриса тайком расписалась с любимым мужчиной, никому не рассказав о столь важном и волнительном событии. Ахеджакова признала журналистам, что она стеснялась столь внушительной разницы в возрасте и опасалась, что ее осудят за позднюю любовь. На сегодняшний день Владимир – единственный по-настоящему близкий человек и соратник актрисы. Уйдет муж, мне конец, заявила как-то Ахеджакова. Состарился. Рядом с пожилой женой лебединая верность Ли. Повезло с мужем, пишет пользователи интернета под снимками пары. А что скажете вы?